Всем привет! Сегодня будем готовить жидкую манную кашу без комков. Для этого нам понадобится 7 столовых ложек манки без горки, соль и сахар по вкусу. Я кладу пол чайной ложки соли и 1 столовая ложка сахара с горкой. И понадобится еще 1 литр молока. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. Сначала наливаем молоко. Сюда же сразу же добавляем соль и сахар. Теперь зажигаем конфорку. Теперь мы начинаем помешивать молоко и понемножку добавляем манку. Варим на медленном огне, чтобы молоко не убежало. Помешиваем для того, чтобы не образовалось комков. Молоко закипело. Две-три минуты кипит, и каша готова. Каша готова. Сейчас будем разливать по тарелкам. Кладем масло каждому. Всем приятного аппетита!